Ну, практически машинам, да, то есть все знают, что они классифицируются по, соответственно, определенным принципам, да, в том числе электронные, генераторы, возбудители, магниты. Это вот классика описания физических машин. По поводу узлов, соответственно, мы сейчас говорим про электрооборудование, то есть те же самые принципы, то есть основные узлы, которые отказывают в этом электродвигателе, например, они должны быть в базе данных как отдельные элементы справочной, с тем, чтобы это потом использовать для аналитики. Ну, опять-таки, да, возможно, частично вот ответы на вопросы, которые вы задаете по поводу мелких элементов. Но вот все-таки мы их называем не мелкими, а ресурсоопределяющими элементами. Вот ресурс гидро, например, у них это называется, именно есть целая методология выделения ресурсоопределяющих элементов оборудования. То есть с точки зрения вот этого вот двигателя, да, то есть есть компоненты, которые в основном определяют надежность этого двигателя с точки зрения отказа. И вот именно как бы это понимание дает ответ на вопрос, до какого уровня описывать ваш объект. Конечно, прокладки – это, наверное, лишний элемент в узлах иерархии, но основные компоненты, они как бы должны быть именно потому, что именно с ними происходит в основном воздействие, связанное там, с ремонтом. Как определить, насколько этот объект ресурсоопределяющий, можно, исходя из статистики, берете свой журнал дефектов и смотрите, сколько было аварийных простоев из отказа рабочего колеса насоса. Если их не было на данном этапе проекта, он вам вообще не нужен. Здесь, по сути дела, в чем как бы преимущество нашего подхода, что мы один раз показали вам принцип, да, то есть некие правила описания оборудования, и дальше по этому принципу описывается все что угодно. Да, то есть у нас в любом случае после создания классификатора узлов пойдут неисправности на этом узле, соответственно, это уже некий элемент как бы анализа надежности, но который действительно позволяет вам эту надежность не вообще рассчитывать, а исходя из основных компонентов этого оборудования. Ну, сети, да, очень кратко сети. Опять-таки, если есть у вас проблема описания сетей, она решается таким же образом, как всего другого оборудования. Есть классификаторы в зависимости от напряжения и назначения, да, то есть передачи энергии или функции. Основные узлы, уже понятно, о чем я говорю. То есть любая опора по описанию, она состоит из компонентов, и компоненты описаны в виде узлов. То есть нет никакой проблемы. Есть на самом деле целая система ККС, да, то есть система именно кодирования оборудования с точки зрения его нахождения объекта генерации. Этот ККС придумала компания Siemens для описания, собственно, логики работы своих контроллеров. Поэтому эта система как бы как шаблон, как вы просили, есть. Она не как шаблон, а как система правил. Да? То есть она структурирована. Это некий именно типовой, скажем так, объект, типовые объекты генерации, которые позволяют унифицировать информацию по оборудованию. То есть там и насосы питательной воды, и всякие там турбины, они уже имеют некое место в технологическом процессе. То есть мы ККС не используем, потому что ККС, он как раз поддерживает жесткую структуру иерархии. То есть он сам по себе очень жесткий. Он привязан к типовым каким-то объектам. То есть описать в ККС, как мы говорим, ворота на въезде в станцию невозможно. То есть это очень сложно. Поэтому ККС, он нужен только для описания тех объектов, которые в СУТП, по сути, фигурируют. Ну и к тому, что есть, да, то есть его можно поизучать. Кстати, ККС развивается, то есть сейчас выпущено там несколько новых версий по этому ККС, возможно, там какое-то развитие есть, но это чисто энергетика и чисто задача СУ управления, СУТП.